Здравствуйте, меня зовут Акулова Вероника Александровна. Я приехала из города Пермь, Пермский краевой онкологический диспансер. Хотела приехать на курс для того, чтобы освоить методики, которые у нас не проводятся. Мы приехали также в команде с физиком, вместе попытались с ним понять процедуру брахитерапии с иглами от и до, то есть побывав в операционной, самостоятельно попытавшись спланировать план лечения пациенту, планирование пациента физиком. Информации, конечно, было получено достаточно много. Нужно теперь попробовать все это внедрить у себя в отделение. Курс сам понравился. Хотелось бы поблагодарить весь преподавательский состав, который всегда пытался нам донести информацию, показать, рассказать и ответить на все интересующие вопросы нас.